Дорогие друзья, эта серия сразу записывается после предыдущей. Поэтому следующее задание. 43-й год. Ну, наверное, сейчас за британскую компанию должна быть, да? Не за российскую. 1943 года. Сталинград оказался ловушкой для 6-й немецкой армии. Город со всех сторон окружен советскими войсками. Немцы лишены всякого снабжения. Запертые в городе немецкие солдаты голодают и испытывают нехватку боеприпасов. Тем не менее, они не сдаются в плен, так как боятся, что их расстреляют советские комиссары. Борьба за пылающие руины обостряется, когда в город входят тысячи советских солдат. Их единственная цель – отбить Сталинград квартал за кварталом. Вот, 15 января 1943 года, час 35 ночи. Снег минус 44 градуса. Мы укрылись в подвале жилого дома. Отсюда слышно, как немцы переговариваются на другом конце улицы. Они не знают, что мы здесь. Утром мы с лейтенантом Вольским пытаемся захватить немецкие позиции вплоть до горсовета. Если, конечно, не замерзнем до смерти. Рядовой Василий Иванович Козлов. Уличные бои. Я думал, сейчас уже должно быть... Не это... Пистолет ТТ. Пипец, тут развалины. Ой, это свои. Так. Ага. Тут... Вместо пистолета по-хорошему-то надо. Тут надо винтовочку. Потому что даже вот я, смотри, стреляю. Ну, либо не долетает, либо чё. Мужик, можно поделиться со мной? Крысы дохлые или чё это? Кстати, нормальный ремонт. Прикрываю, братан. Пойдем. У меня толку от этого ТТ-то. О! Вот это вот. Граната! Да это ж свои же кидают. Иду, иду. Плюшевый медвежонок. Детишек. А, это наши. Ничего страшного. А что надо сделать? Найдите магнитные мины. Ага. А найти я где должен? Вопрос хороший. А, у них тут танк, типа. Оп, оп, нормально, нормально, нормально. Не, не нормально. А как... То... Короче, ладно. А, ну короче, это же нас танк, получается, убивает. Наверное, глупо, вот тут надо было пройти, просто мы вот так вот проходим. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Ой, блин. Вот так, а ну-ка. Шайтана! А, это взрывчатка была. Ну, так а то. Да были бы... А, вот, есть дымовые вообще-то. Промазал. Ой-ой-ой.
А, вот она с одного гасит. Ой-ой-ой, меня сейчас не загасили еще. Ничего себе цитаты. Вот так вот сейчас. Нет, погоди, 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 погоди. Я просто хочу... Я просто по-умному хочу. О! Не понял. А чё за... Чё за юмор? Не, в натуре, а чё за юмор? Я прикол не понял просто. Ой, блин. Да поубей ты его, ты что делаешь-то? Кошмар. И все, и там сразу нет никого. Ну понятно, это скрипты, ладно. Я думал их количество, а тут по времени, короче. Ой, игра сохранена. Давай, давай. Я с радостью. Оп. Оп. Блин, мужик, мне надо с тобой, надо идти по-хорошему. Он с четырех, нормально. Там все орет. Ой. О, проблема есть небольшая. Тут где-то гранат накидали. Ага. Почему у нас пулеметов нет? У них только пулемет. Давай, выполнено. Ага. Бинокль, который... А! Бинокль на Б же, ё-моё, я забыл. Только сейчас вспомнил. О! О-о! Давай-д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 авай
Да тут боты, я стараюсь, конечно. Давай, 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 давай. Ага. Я гашу их огневую точку. Нет, все, надо отходить пока что на время. Да я бы с радостью, да только не получается так. Вон они, вон еще на машине едут. Да нет, я все, уже хп нет просто. Вон они еще в открытом. Этом вон. Вон. Справа никого. Слева только вот тут, если. А, ну вон. О, все. МГ-42. О. Понятно. Танк. А, я даже обратно не выйду. Смотри, он не дает. Ну, эта игра просто не дает. Да ё-моё, да,
ты чё так, почему так, и зачем вообще? Чё, почему? Ой. А я хочу вот СМГ пострелять, хотя, наверное, одинаковые. А ну да. Оп, ой-ой-ой-ой. Тут они опять справа. А там чё, кто-то... Стой. Ага, там никого нет. Куда бы спрятаться, чтобы ХП дали? Тут вроде чисто. Игра сохранена. Ага. Ой, это свои, наверное. О, кстати, гильзы. Нормально. Лезь, дурак. Надо зайти с другой стороны, говорят. А я же Василий, да? Это айт свои. Вот так вот. Ой-ой, наверное. А кто откуда? Блин, ты издеваешься. А смысл тут, если тут по низу надо идти? Давай попробуем. Попробуем вот так. Ну, сейчас должен танк выехать. Он опять, он от меня уезжает. Он меня больше боится, чем мы и танка. Вон он, смотри, уезжает он. О, все нормально, можно убегать. Все взорвал. Игра сохранена. Куда теперь идти? А, вот сюда, типа, да. Ну, потому что тут где-то пульки. Ну, тут потому что где-то кто-то есть. Вот, я прям возле красного. А, вот тут, наверное, где-то. Вон, точно. Ну, о, здание СССР. Ну, короче, я не знаю, куда идти. Я пошел к своим. Да, надо было все, все-таки к своим идти. Здесь больше танков не будет. А то это пипец какой-то. Я, кстати, не умею бегать. Только ложиться. О, победа. Давай продолжение игры, посмотрим, что будет. Вот это все, все прочитали. Что, опять горсовет. Сталинград, 15 января 43-го года. Ой, чуть пропал я, да? Ну давай. Вы что тут? Ага. Ну, короче... Ой, ёшкин кот. Ну, наверное, хватит. Ту прошли, хватит, да? Или это не полностью? Я главу не прошел. Да, наверное, это я не главу прошел, да? А просто эту одну. Ну, грубо говоря, миссию. Ты тоже вот почему-то... Сесть нельзя. Странно, да? Я тоже не понимаю. Оп. 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 Ой, а кто, откуда, где? Не, не. Да блин. Да как вот бежать-то?
Вот, и ведь не... На Shift ведь драться, бегать-то тут нет. Ну так вот, если... А, вон оттуда, вон, смотри. На. Да... Как... А ну-ка. Оп. Интересно, сел или это я его загасил? Ну давай. Ты гранат кинул? Давай, прикрываю. Ой. Замучили. Оп. Отсюда. Во, вот этот снайпер вонючий. Все, можно идти. Тип чисто. А, эх, то есть надо добить. Уп. Это что за фриз был? О, граната! А нельзя никак, типа, ему обратно откинуть? Мне-то она зачем? А ну-ка я вот это возьму. И... Эх, блин. Мы же видели этот универмаг недалеко. И вот чё? Должен загасить, а он что-то не гасит. Ну да. Что-то написано. Spin time что-то какой-то. Ну нет, это что-то, я не знаю, тухлый номер какой-то. Кошмар какой-то. Гранаты вон две. Давай домовую. Чтобы вот так. Так. Ну пошли, да, пошли. Только через дым они пробивают. Это потому что боты, они видят. Вот где, откуда? Прикладом загасили. Давай вот так. Давай вот так. Давай вот так. Вот так. Вот так вот. Пойдет? Так лучше? Все. О, ну так лучше, чем было-то. Ну нет, ну так все равно лучше, чем было. Но я не знаю, наверное, надо на другую серию оставлять, потому что это кошмар какой-то. Что-то это непроходимо. Ну у меня же на опытном типе сложность. Да откуда? Я вообще не понимаю. Ну смотри, я иду. А, это вообще не то. И вот так гранату еще. Вот я подхожу ближе, их, блин, больше становится. Смотри, пока вот так сяду. Все, есть. Ну вот откуда эта граната вот? Ух ты, звук падения какой. Вот откуда вы взялись-то? Вас же, ну, не было же. Так перезаряжайтесь. Я ничего не говорю, я не запрещаю. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот если только так. Все, да? Вот опять у них пулемет, у нас из пулеметов только... Нет, ну совсем ничего. Это танк тот, наверное, который как раз загасили. А, это же наш... А, нет. Видимо, нет.
Вот он тут появился. Да я брат. Меня кто прикрыл? Ну, горсовет вот этот вот. Сантехника. И то туда даже не пройти. А какая разница? Вот они в белых халатах, и вот... Кстати, я застрял. А, о, теперь... Теперь отстрял. Вот туда вот надо. Гевер поинтереснее просто будет. Так, ой. Я и думаю, нам направо же надо. А что-то мы как-то странно начали. Патронов нет вечно. Вот так вот, хоп. Давай. Вот тут можно пройти. О. О, нормально. Давай. Все, время. 5 секунд. Давай посмотрим хоть на взрыв-то. А кто открывать будет? А, все. Блин. Победа. Ну это что? Ну давай еще раз. 15 год. Ага. В общем, читайте. Чтоб не отвлекать. Товарищ снайпер. Ну, в общем, тут уже по так, по чуть-чуть стало. Да, грант еще одно. Ну нормально. Лучше так, чем слиться-то. Пипец. Понял. Противник в западном крыле. Ну, о, мужики, здрасте. Не открывай. А вдруг вот так? И чё? А, мне теперь спуститься надо, я понял. Ага. Надо снайпера где-то найти, я понял. Ага. Так. А Паша где у нас? О, Павел. А ну-ка. Серое здание, второй этаж. Это серое здание-то. Или вот это? Я не понимаю. Где? Давай лучше биноклем. Серое здание, второй этаж. Второй этаж, вот второй этаж. Где серое здание? Какое серое здание? Сейчас бах в меня. Я не вижу. Я серьезно не вижу. А, вот это... Ай. А где серое здание, второй этаж? Где второй этаж, где серое здание? Где? Серое здание, второй этаж. Где? Где? Найди меня, скажи. Серое здание, второй этаж. Тут все серое. Вот это что ли? Нет. Хм. Я, наверное, слепой просто. А, во. Все. Ну да, слепой точно. Теперь пойдем. Нужно еще отбить горсовет.
Пойдем. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, здрасте. Я вообще-то не думал, что тут будет столько народу. Если честно. А, ну они, наверное, сверху и внизу. Здесь вот, да. Нормально. Ну, нормально, нормально. Пойдет. О, вы там где? Наши челики. Это мне типа еще на второй этаж надо идти, да, помогать. Ой, перезарядка. О, все. Ну, короче. Здание захвачено. Теперь нужно подготовиться к контратаке. Ага. Оборонительные позиции. Отразить атаки. Осталось 4. За мной! Я за тобой! Они готовятся к атаке! Ну, давай, откуда они вообще пойдут? Ух. Их, ё-моё. Патрон-то не хватит на все атаки. Вот так просто на буду. А где, где, где? А, вон. А из-за пулемета никто не пойдет, так понял, да? Ну, блин, промазал. Опять промазал. Попал. Он не попал. Долго перезаряжается, кстати. Очень долго перезаряжается. Ага. Это первая атака. Это... Вон там. Да в смысле? Типа не попал. А кровь-то откуда тогда пошла? Интересный. Вот попал тоже, смотри. Осталось 3... Патронов не хватит, точно. Кошмар. Второй этаж. Это он там получается. Убил вроде, да. Ну, чё, где? Ага. Ну, нормально. Да, опять это... Оп, опять снял. Оп, готов. Оп, ты что? Нечестно как, да? Чё, куда попал? 6 патронов или 5? 5, 5, 5, 5, 5. Вон он там. Ой. А куда, где бежать-то, откуда? Ну так нормально. Ага. Вот так нормально. А там убрал пулемет, да? Ну нормально. Ну сейчас надо будет 9 патронов оставить на пулеметы. Ну типа... Типа я... Че... О, здрасте. Как пробрались? Блин, обидно вообще. Да ты откуда тут?
За вами вообще что не следят? Все, ну нет. Ну это тупо, типа. Ты такой интересный, а тебе как его уничтожить? Вот, смотри, он, вот. Остальные-то где? Не, ну это тупо. Он хоть и сейчас сделает так же, как здесь сделал. Сейчас вот так вот. Здесь вот теперь должен быть. Откуда он берется? Ну, пулеметчики рандомно появляются. Вот, смотри, вон он бежит. Это до сих пор свой. Ага, ну вот тут сейчас самый тяжелый будет. Так. Теперь вопрос, как будем с броневиком. О, во. Ну, нормально, кстати. Неплохо это точно. Ну, нет, да они тут обжимают. Я не знаю, как вот я должен это пройти. Но если вы видите, что тут много, типа, не помогают. Я что потом должен сделать-то? Броневик приближается! Василий, надо уничтожить танк! Чистый! Там пулемет! Где? Попал, попал же! Так тут надо сзади вообще смотреть. Сейчас уже они сзади будут. Я чё взял-то? Как? Ну сейчас сзади придут. И оружие не то вообще. Будет свой. Потому что... Вот! Откуда? Откуда? Почему их пропускают? Я тоже не понимаю. Вон они идут спокойно, как будто бы, ну, как ни в чем не бывало. А я что должен сделать? Вот, сейчас отступают уже. Он застрял вообще. Да он не отступает, он бежит. Вон они, смотри, как шмаляют. Только... Ну, короче, да, хватит на сегодня, я уже замучился. Это кошмар какой-то. А, вы завершили русскую кампанию. Все, русская кампания полностью завершена. Все, спасибо, удачи. Подписывайтесь, кстати, да.